Неожиданно под тем оказалось больше, поэтому мы с вами снова оказываемся на предпоследнем занятии. На последнем будем разбирать шифрование, а сегодня поговорим о перенаправлении, о туннелировании SSH. Помимо такой переадресации портов, мы с вами еще поговорим о том, как копировать файлы на удаленную машину, хотя это не является темой данной 110.3 вопросами этой темы, но все равно мы сейчас этим разбираемся, уже сразу закроем этот вопрос. И еще поговорим о пробросе различных сессий, в частности, о пробросе графических сессий, то есть о том, как, в принципе, работает протокол X11 по сети, мы с вами тоже поговорим. Значит, теперь проброс или туннелирование SSH. Пример у меня на картинке простой. Например, у вас закрыт порт 80 вашим провайдером, я не знаю, на прокси-сервер организации, как угодно. И вы не можете подключиться к какому-то веб-серверу, потому что у вас закрыт 80-й порт. Тогда вы через SSH цепляетесь к своему домашнему серверу или серверу в облаке, где угодно, откуда у вас есть доступ в SSH. Удаленный сервер SSH устанавливает соединение по 80-му порту, к нужному вам веб-серверу, и пробрасывает это соединение вам на локальный порт. То есть в данном случае у меня, вы видите, по порту 1, 2, 3, 4, 5 я буду получать информацию, которая видна серверу SSH по порту 80. Есть на самом деле несколько видов вот такой вот переадресации. Можно пробрасывать удаленные порты к себе, на удаленный сервер свои порты и так далее. Но у нас вот такой вот простенький пример, который чаще всего и рассматривается в данной теме 110.3. Когда вы с ним разберетесь, вы у себя обязательно на машине попробуйте, вы поймете, как это работает. Значит, наверху команда SSH, затем SSH-сервер, сервер, к которому мы подключаемся, у меня на картинке справа. Затем несколько ключей, указываем локальный порт, у меня на картинке 1, 2, 3, 4, 5. Затем указываем, к какому серверу мы хотим подключиться, у меня это будет, допустим, веб-сервер какой-то в интернете. И порт этого сервера, к которому мы хотим подключиться. После выполнения верхней команды мы сможем обращаться сами к себе по порту local port и видеть то, что происходит на any сервере на порте remote port. То есть еще раз посмотрите на картинку, таким образом вы можете, например, походить запреты. Вы можете поднять у себя дома SSH, у меня для этой цели в облаке развернут SSH сервер, есть клиенты на устройствах, на различных, даже на айфоне, и я спокойно обхожу все запреты закрытия портов просто через эту сессию с SSH. На самом деле это очень примитивная, вот у нас сейчас на картинке такая переадресация портов, потому что для этой цели поднимают обычно NAT какую-нибудь, глобальную переадресацию запросов. В данном случае у нас рассматривается именно проброс одного порта куда-то, а не в целом под сети или еще чего-то, потому что это мы будем рассматривать уже на практическом плейлисте. На прошлом занятии мы с вами подключались к серверу Ubuntu и на нем производили различные действия. Сейчас мне нужно показать вам, как я могу запускать графические приложения удаленной машины у себя на Linux. То есть такой а-ля сервер терминалов, только винда это делает совсем по-другому, и у винды они научились делать сходные манипуляции намного позже. Для начала, поэтому я вам покажу подключение к серверу CentOS, на котором уже развернута графическая среда. Значит, проверим сначала то, что у меня есть соединение с сервером CentOS. Это комп с айпишником в моей сети 10.0.1.16. Там пользователь такой же Симаев, как на этой машине, поэтому я не указываю имя пользователя. На удаленной машине у меня пароль другой от 1 до 6. И вот вы видите то, что я нахожусь на сервере CentOS, на машине CentOS. Выхожу из нее, проверили, соединение есть. У меня не запрашивает сертификатов и доверия к нему, потому что я буквально 10 минут назад подключился уже к этому CentOS, скачал его как бы открытый ключ, сохранил его к себе в доверенное и спокойно подключаюсь к удаленной машине без запроса подтверждения подлинности. Так вот, давайте через SSH попробуем пробросим себе через туннель сессию X11. X11 — это графическая подсистема, которая выводит у нас окна на компьютерах Linux, в операционных системах Linux. Значит, давайте я вам просто покажу то, что у меня вот здесь есть проводник мой Nautilus, и у меня здесь есть мой Firefox. Когда я запускаю свой Firefox, у меня открывается стартовая страница Ubuntu. Давайте я это все закрою. И теперь я подключусь через консоль, точно так же через SSH на сервер 10.0.1.16, но с ключом -x. И теперь я буду в этой сессии способен запускать окна с удаленного сервера. Я, например, могу сказать, на удаленном сервере запусти Nautilus. И у меня выскакивает Nautilus удаленного сервера. На всякий случай скажу вам то, что вот у нас здесь Nautilus выглядит немножко по-другому, чтобы вы понимали разницу. Увидите то, что вот он наш Nautilus, вот он удаленный Nautilus, они выглядят немножко по-разному. То есть один из способов понять то, что мы находимся на том компьютере. Дальше я могу сказать, на удаленном компьютере возьми и запусти сессию Firefox. Я Ctrl-C закрыл предыдущую сессию. Запуская Firefox, Firefox по сути запустится у меня здесь как бы, но увидите то, что у меня стартовая страница CentOS, по которой вы можете судить то, что я запустил Firefox с удаленного компьютера. То есть мы вот таким вот образом можем спокойненько запускать графические окна с удаленной машины у себя на машине. Причем это может быть удобно, можно запускать какие-то графические приложения, неважно, окна будут отрисовываться у вас. Это как раз специфика у нас протокола вот этого X11, и таким образом она удобно работает. То есть мы отдельные окна удаленного сервера запускаем у себя в графической среде.
В Windows у нас раньше сервер терминалов открывался полностью целиком своим рабочим пространством на рабочем столе, а сейчас у нас он тоже может отдельные окна, отдельные программки запускать на локальной машине, удаленной, так как если бы открывали точно так же локальные, то есть отдельные окна. В Linux, видите, это было у нас все время. Теперь разберемся с копированием. Создам у себя здесь какой-нибудь файл text.txt. Проверю, вот этот файл у меня появился, text.txt, подключусь на удаленную машину. 10.0.1.16. Проверяю, там в домашней папке у меня, соответственно, этого файла нет. Выхожу и заполняю команду scp. Это команда, которая просто копирует файлы. Это очень интересная команда scp, у нее много функций. Мы с вами сделаем очень просто. Мы скажем scp, файл, который я хочу скопировать, текст. .txt. Куда я его хочу скопировать? 10.0.1.16. Если я хочу скопировать от имени другого пользователя, я напомню, мы вначале можем написать логин пользователя собака. Давайте сейчас я напишу имя пользователя собака. Это имя пользователя на удаленной машине. Айпишник. И дальше мы можем через двоеточие сказать, куда скопировать. Например, вот я вам полностью команду пишу в свою домашнюю папку на удаленной машине. STP у меня опять открывает новый сеанс. Я говорю, да, вот пароль от удаленной машины. Пожалуйста, говорит, скопировал, пока мне сколько процентов. Снова цепляюсь туда SSH, проверяю содержимое папки и вижу то, что вначале появился text.txt. До этого у меня здесь его не было. Осталось разобраться с пробросом портов. Мы с вами будем проверять на порте 80, потому что нам проще всего проверить веб-сервер. У вас в реальной жизни, конечно, будут чаще закрыты какие-то другие порты, и вам нужно будет просто обойти это ограничение, зацепившись SSH на ваш сервер OpenSSH, заставив его сделать соединение, это соединение пробросить на какой-то локальный порт. И потом уже обращаться через к себе на этот локальный порт, вместо того, чтобы лезть в интернет через закрытый порт. Опять же, может быть, вам сразу будет это непонятно, лучше на своей машине попробуйте. Значит, для того, чтобы проверить, куда мы будем подключаться, давайте я узнаю, допустим, Яндекс айпишник. Да, он уже не меняется давно, и вот на этом айпишнике, если я обращусь по порту 80, по идее, должна открыться страница Яндекса. Ну, по крайней мере, сейчас так происходит. Понятно то, что, может быть, совершенно по-другому у них это обычно организовано, но сейчас я знаю то, что, скорее всего, так сработает. Значит, я выполняю команду SSH. Подсоединись к серверу 10.0.1.16, на котором я запущен мой SSH сервер. С ключом минус N, то есть ничего не делай. С ключом минус L, который говорит то, что мой локальный порт 1, 2, 3, 4, 5 пробрось до удаленной машины, вот давайте до Яндекс сервера, 213.180, 204.3 до порта 80. То есть сейчас я открою активное соединение, туннель через SSH на сервер вот этот вот. После чего в этом туннеле удаленный мой сервер вот этот вот подключится к IP-шнику вот этому по порту 80 и пробросит это все на мой локальный порт 1, 2, 3, 4, 5. Проверяем. Нужен пароль для подключения к OpenSSH. Ничего не происходит, потому что ключ минус N. Надо было к Ubuntu серверу продолжить с прошлого занятия подключаться. У нас бы пароль не спрашивал. Мы с вами же уже сделали все по сертификатам. И я пробую теперь подключиться к себе на localhost. То есть вот она моя машина, localhost. По порту 1, 2, 3, 4, 5. У меня на своей локальной машине, само собой, нет никакого веб-сервера, никаких переадресаций, ничего этого нету. И по идее здесь ничего не должно находиться. Нажимаю. И видите, я перехожу на Яндекс. То есть у меня сработала моя команда. Чтобы это все прекратить, нажимаю Ctrl-C. Внимание, еще раз посмотрите на эту команду, она может быть сразу вам непонятна. Я вам поэтому специально сделал слайд, можете вернуться к слайду, посмотреть на него еще раз. То есть через SSH цепляемся к серверу OpenSSH, после чего пару ключей и говорим, локальный порт такой-то, на него пробрасывать вот это вот соединение. Вот такой простой синтаксис. Опять же, обычно мы делаем для этого серьезные NAT и еще что-то. У нас сейчас простая команда через SSH всего один порт пробросит, этого может быть достаточно. Вы здесь, кстати, можете пробросить несколько портов дальше через пробел их указывая. Опять же, как и все видео SSH, лучше это видео посмотреть несколько раз и обязательно потрогать руками. Мы с вами разобрались с пробросом порта удаленного к себе на локальную машину. Переадресаций бывает очень много, мы только один вот этот пример рассмотрели. Научились пробрасывать файл на удаленный сервер и наоборот соединение графически, запускать графические приложения с удаленной машины у себя при помощи X11 сервера. Кому что будет непонятно, задавайте вопросы.